22 марта под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоялось расширенное заседание правительства Московской области. В мероприятии приняли участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми поддерживалась в режиме видеоконференции. Основные вопросы, на которых остановился губернатор, это дополнительные меры социальной поддержки многодетным семьям, благоустройство общественного пространства, система добродел, рейтинг эффективности работы органов местного самоуправления, система видеонаблюдения «Безопасный регион». В 21 марта глава Ленинского муниципального района Олег Хромов провел выездной прием населения по личным вопросам. К руководителю муниципалитета обратились 13 жителей сельского поселения Молоковское, каждый со своей проблемой. Среди рассмотренных обращений – вопросы землепользования, устройства, в частности, качества дорог, улучшение жилищных условий. Следующий выездной прием населения Олег Владимирович проведет 28 марта в сельском поселении Булатниковское. Оператор проекта «Единая транспортная карта» и платежный сервис «Элекснет» расширили каналы пополнения карты «Стрелка». Жители Подмосковья теперь могут моментально, без комиссии, зачислить денежные средства на карту более чем в 1000 банкоматов «Элекснет», расположенных в Москве и Московской области. Марта в 14 часов в здании администрации городского поселения Горки Ленинские представителям уполномоченного по правам человека в Московской области в Ленинском муниципальном районе будет проводиться бесплатная юридическая консультация населения. Запись на консультацию по телефону 8495 548 50 55.